Друзья, всем большой привет! Я сейчас, знаете, записываю это видео, и я понимаю, что я сейчас его запишу, приеду где-то через час домой, выложу на свой канал, и у вас, у многих в телефонах или на имейлы придут оповещения о том, что на канале «Интересный Калгари» вышло новое видео. Но я понимаю, что, конечно же, мало кто из вас его посмотрит, потому что я не президент, и у меня на фоне нету флага вашей страны, но... И, скорее всего, у вас уже накрыты столы, открыто шампанское, да, и вы уже в предвкушении праздника, вот уже Новый год совсем близко, и вам сейчас не до каких-то там видео на YouTube. Вот, я это все прекрасно понимаю, но, тем не менее, я хочу вас всех поздравить с Новым годом, с наступающим 2017 годом. 2016 год лично для меня был очень необычным, полон открытий. Я себя нашел в какой-то степени на YouTube, я очень много изучил, открыл чего-то нового, да. И также я в Канаде, я начал новую профессию, это тоже для меня очень знаменательно. Много событий у нас произошло в семье. В общем, год был очень яркий на события, и такой он был живой и запоминающийся. Я надеюсь, что у вас тоже был 2016 год таким же. И я вам хочу пожелать, чтобы вы всегда себе ставили цели. Цели и мечтали, потому что мечтам свойственно сбываться. Это уже проверено, доказано. Поэтому чем больше вы мечтаете, тем больше у вас желаний ваших сбывается. Чем выше цели вы ставите, тем выше вы достигаете того, чего вы хотите. Тем больше вы этого достигаете. Также я вам желаю всем крепкого здоровья, чтобы ваша семья всегда была рядом с вами, чтобы теплота их сердец вас согревала, чтобы друзья вас окружали, чтобы у вас никогда не было, знаете, такого недостатка в общении, да, то есть было столько всего в гармонии, сколько вы себе сами этого желаете. Также я вам хочу пожелать, чтобы вы были очень любознательными, потому что в современный век информационных технологий и открытости всех источников информации достаточно быть просто любознательным, чтобы получать как можно больше информации, и таким образом она вам будет помогать в жизни очень хорошо. И я хочу еще вам пожелать, чтобы вы не боялись брать на себя ответственность за определенные решения. Это очень важно, потому что часто люди пытаются переложить ответственность на кого-то, на другого, но именно от них зависит то, что у них происходит в жизни. Поэтому я вам желаю всяческих успехов, побед в новом году. Будьте счастливы, будьте здоровы, наслаждайтесь жизнью, радуйтесь и реализуйте все, что вы себе задумали. Мы с вами увидимся в следующем году обязательно. У меня огромные планы по каналу. Я надеюсь, что вы будете оставаться со мной, помогать мне в развитии моего канала, оставаться со мной на связи. Мне очень нравится с вами общаться, честное слово. Я уже получаю от вас поздравления с Новым годом, мне очень приятно. И я вам хочу обратно дать свои тоже эмоции и впечатления. Большое спасибо, всем отличного Нового года, хорошего празднования. И мы с вами скоро увидимся. Всем пока, удачи!